Я не буду читать своей дочери про принцесс, про волшебные туфельки, про кареты и про то, что есть где-то чудесный лес, потому что и принцев, и леса нету. Про злодеев, чьи полегли мечи, про высокие башни и чудо-двери я не буду читать ей эти слова в ночи, потому что боюсь, что она поверит. Я не буду читать никому это все, потому что и мне однажды показалось, что победит добро. Показалось, что сердце важно, что в последний момент прибежит герой и спасет меня от беды. Только жизнь оказалась совсем другой, и драконы живут внутри. Я не буду. Но сколько ни разговаривай, так боюсь, что зайду перед сном, а она на книжку светит фонариком и читает сама о том. И с глазами, горящими под ресницами, тихим шепотом спросит меня: «Мам, а правда, что существуют принцы?» И я, конечно, отвечу: «Да».